Привет, друзья! Экипаж российского танка Т-80БВ рассказал, как они защитили танк. Это, конечно, не заводское качество, но даже такой вариант защиты танка реально работает. Газотурбинный танк Т-80БВ принят на вооружение в 1985 году. Танк оснащен навесной динамической защитой «Контакт», модернизированной пушкой 2А46М1 и новой системой управления огнем 1А331. Сейчас в армии России около 6,5 тысяч танков Т-80 разных модификаций. Это танк Т-80БВ. Ну, к примеру, сетка за нашими головами. Она защищает от сбросов ручные гранаты осколочные. Это благодаря дальнему расстоянию и этой сетке. Она взрывается наверху и при доходе к основной броне в башне, она рассеивается на метровое расстояние. Также она исключает поражение личного состава, находящегося в машине, с условием, если люки полностью были закрыты. Опыт наш кустарный. К примеру, как у нас сейчас на лобовой проекции стоит сетка против ТУРа. Был случай, значит, ТУР прилетел в правую часть, лобовую часть детали машины, где находились топливные баки. Единственное, что спасло, что у нас был довешен еще дополнительный кондиционерская защита впереди. Не хватило буквально 15 сантиметров, чтобы пробить. Мужики, эти сетки, динамическая защита на бортах, сетки на корме, дополнительная динамическая защита, которая у вас будет на башне, когда вы закрываете головные участки, это ваша жизнь. Это надежность. И помимо всего этого, не сколько даже сколько машина важна, а сколько обученный экипаж. И уж он главное был слаженный у вас. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.